Здоровенище, амигос. Ну так, а на чем я тут остановился-то в Соме в этой? А, найти кого-нибудь, кто знает код доступа. Ну вот вообще классно. Прикольно вообще в игре, где все померли давным-давно, давать задание, найди кого-нибудь. Надо, знаете, что первым делом найти? Первым делом надо найти целебное влагалище, которое жизнь восстанавливает. Сунуть в него палец или кулак по локоть, не знаю. Сейчас лагать лагать перестанет когда-нибудь. Надеюсь, это говно с ногами-то оттуда, надеюсь, не вылезет. Где я там от него бегал? А то было бы, ну, очень неприятно. Так, не здесь. Я помню, что где-то я видел эти... присоски где-то я видел. По-моему, в туалете. В каком-то. Или в душе. Или у компьютера, блин. Надо запоминать, что ли. Еще раз можно глянуть. А то в комментах многие понаписали, что я в зеркало не посмотрелся, хотя я посмотрелся. Ну, говорю, перемотками смотрят, потом пишут. Так, блин. Ладно, хрен на нас. Значит, компьютер-то в любом случае не здесь. А, по-моему, вон там. Ага. Не, это не тот, это который с данными. Не, видимо, здесь что-то надо будет переключать и что-то надо будет делать. Но не сейчас. We should really look for a scan. Check the storage. Блин, да где компьютер-то? Вставьте чип со сканом. Бля, а куда мне его вставлять-то? Вон сюда. Понятно. А где мне взять? Она говорит, проверь хранилище. Журнал, сканированный для проекта Ковчег. Чун Кэтрин была первой. Марк Саранг 12, последний. Самоубийство. Календарь. Запланированное сканирование. А-а-а-а, понятно. Очень познавательно. Непонятно, на кого нахера оно нужен только. О! О! Вот это повезло, что оно на глаза попалось. Просто жесть, какая удача. И чё? Гнездо, один чип. А во второе что вставить? Проектор сканов активен. Ставьте чип со сканом. Блять, да что ж ты будешь делать-то? Может здесь? Я думаю, что все должно быть где-то здесь. А, надо рабочий найти. О, вон. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ни хрена такие процедуры. Еба, откуда я знаю, кто из них что мог знать-то, ёб твою мать. Сжатые данные, блядь. Еще что-то. Кэтрин Чун, исследователь. Сказала, что сможет соорудить ковчег, но не переносить его на настоящую фи.
Марк Саранг, я уверен. Он был последним, поэтому... А, охрана Теты. Так. Дата смерти есть только у Саранга почему-то. А где написано должность-то? А, я понял. Надо на этом компьютере посмотреть. Ивашкин Николай, ёптать. Николай, Николай Полюбасов. Где он здесь есть? Нет. Ну, поскольку я понял, это на том компьютере надо было смотреть, который был там. Там, где лежит этот мой приборчик. Для открытия дверей, но идти туда далеко. Можно посмотреть видео. Либо тыкать наугад. Посмотрю видео. Вот, в конце прошлой серии я смотрел. Смотрел на компьютере, кто есть кто, искал, кто Кэтрин. Короче, Камороби Мэгги экстренное реагирование. Вот она должна быть. Там нету охраны, вот она экстренное реагирование. Я думаю, что должна быть она, больше некому. Ну, тогда старым добрым русским способом, блядь, всех подряд ебало я в нос. Потому что, ну, пиздец полный, блядь. Я не ебу, где там. Надо опять побежать, наверное, у какого-нибудь там монитора найти, посмотреть, что-то, блядь, нахуй надо. Можно наугад тыкать. No, до охуения. Да заткни нахуй ебало свое. Да я, блядь, быстрее следующего выберу. Мне насрать, что ты там, блядь, думаешь. Всем насрать, блядь. По-другому он тут нахуй невозможно решать такие дебильные, блять, откровенно дебильные головоломки. Даже не головоломка, это хуйня какая-то. Да, да, да. Что это уже читайте? Место рождения Польша, блять. Ну тут точно нихера не написано о том, чё, кто, чем он занимался, я не вижу никакой строчки. Может, какие-то туманные намеки, блин? Нет? Бас Робин, давай баса Робина. Или, наверное, надо было посмотреть комнаты и выбрать комнату охранника. Какой, кто из них охранник, понять. Какая в жопу разница? Мы и так. Сейчас узнаем правильный ответ. Обосраться, блядь. Среда, ничего, блядь. Ну и где он? Где написано, что он охранник? Пляж, блядь, какой-то. Чё за нахуй пляж? Лыжная база. Так, ну давайте, он азиат, наверное, пляж. Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Listen, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong. Ты охуел, тебе пляж не нравится? It's not real, this isn't real! Да и дрись ты конем. Ну тогда великое ничего. Давай в великом ничто его опросим. Здесь вот кроме как наугад вообще интересно, можно как-то, блять? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Вот сука тупая, блять, а? Can we just keep him alive until we've got the cipher?
Что за модуль? Может, модуль какой-то надо найти? Блять. Да ёб твою, как на геймпаде-то здесь, блять, весело вообще все работает. Может, он лыжник какой-то охеренный. Охеренная лыжная база с камином, блять. Ничего себе. Да ему нигде не нравится, он задолбал. Надо другого найти. Пиздец полный. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Каких нахуй данных-то? Ван Брэндон. Значит, Ван Брэндон, блядь. Может, еще какой-нибудь тут есть? Менее уебанистый персонаж. Вот, вот, например, ты. Нет, ты не годишься. В жопу этого Ван Брэндона, блядь, он какой-то еблан. Нет, походу он один, сука. Даже другого не выбрать. Зачем все отвернуто к стене? Пф, блядь. Да, я вам скажу, бля, это вообще огонь. Выстроить сцену, ёпта. Как ее выстрою-то, ё-моё? Там даже делать нихуя нельзя. Здесь его нет. Здесь его нет. Ван Брэндон. Надо чип поддержки найти. А где его возьму? Вот это, бля, уже хер его поймешь. Ван Брэндон, бля. О, нифига. Версаль какой-то. Да ты охерела, что ли? Сюда можно что-то притащить для сканирования. Вот оно что. Бля, ну охренеть, конечно, тут. Ну и геморрой. Вот придумали, бля. Вот это, да? Среда. Сюда записывается же. Не сюда. Отлично. Сука. Бля, я херею. Вот это вообще тут. Вот нахрена все так сложно делается-то? Так, пляж надо стереть нахер. О, копировать на чип. Сука. А этих нельзя, да?
Версаль. А больше ничего не скопировать, я так понимаю. Так что не судьба Брэндону на Версаль-то посмотреть. Говноед, бля. Комната сканирования. Давай, паскуда падла. Я могу что-то делать? Отмену нажать, например. The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Warren? John? Where's Alice? Wait! Simon, you just reset the simulation. Да я ебу. Я что-то нажал случайно, она вышла. Сука, как перемотать-то вперед? What? Where did it... Alice? Mr. Warren, can you hear me? John? Элис, кто такая Элис? Так, еще разок. Может, что-то надо делать, пока он, блядь, в стрессе? Не, нихуя. Я просто, бля, в ахуе, как это говно работает. То есть, я вообще тут наблюдатель, я ничего не могу сделать, да? No, it's okay, I promise. I knew you couldn't do it. Да. А, блять, хуеть. Просто. Я вообще нахер. Я просто не понимаю, блять, как это вообще все работает. Чего нахер? Хоть какую-нибудь инструкцию бы дали, блять, что делать с этим? Чипы, блять, залупы нахуй. Чё мне, сука, пиздец? Уши. А это какой-то Брэндон, блять, какой-то он там. Такого здесь нету. Сотру-ка я данные, посмотрим, что будет. Я только свои могу, да, стереть? Или что, все могу? Имя на нами, блядь. Стереть нахер, все, сука, постираю. Я вообще не знаю, зачем, блядь. Раз можно, надо стирать. Может, так какие-нибудь роботы выключатся. Я уж... Если что, у меня... Настоящий Саймон мертв. Ага. У Брэндона комната своя была. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Наконец-то согласился эвакуировать мы с Гоей, блядь, ТРПРа. Пошли сканировать с ДК в Чега. Строймер сказал мне, что головная боль. Элис Костер. Может, попробуйте ее, что она в симуляции вместе с ним. Может, разговорим его. Элис Костер.
I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs, and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Жесть какая-то, блядь. I heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Чё ж ты, дура ссаная, сразу это не догадалась сделать? Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? Модуль Элис. Ну все, теперь, блядь, слава богу, должно все нормально быть. Чё-то не похоже. У его бабы голос как у киборга был, что ли? Это что за херня? 17, 29, 42, 12, да, неужели, ёптать? I'm not sure what to do with the data. You decide. Что делать? Да ничего не делать. Пошел он нахуй, этот Брэндон, блядь. Пусть живет на флешке, тварь. Сразу бы сказал все как есть. Я бы, может, еще ему. Я бы, может, и подумал. А так пошел он в жопу, блин. Столько времени отнял. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. В бездну? Так, отправляться в док. А док это здесь где? Тут, по-моему, карта была, нет? Блять, да какая карта, ёпта. О чем я вообще? Карта. Ну, она все двери перекрыла. Интересно. Интересно, а у этой игры сколько концовок? Одна? То есть что-то влияет на концовки здесь вообще или нет? Я вангую, блин, какие-то нереальные настройки. Что такое? Он выключен, что ли? Да, что-то и здесь, походу, ничего не работает. А, вон, что-то есть. Херня какая-то. Ага. Ни хреновые такие лазилки тут. Ну и конечно, блядь, ничего не работает. Что-то я вообще ни хрена не, блядь. Ну а это-то что?
Так, провода уходят туда. Ага, он не включен. Ха, охренеть. Пойди еще догадайся тут, сука. Ну. О. Системы включены, огонь вообще. Самодиагностика. Все системы зашибись, давай. Подготовка к освобождению. Он уплыл. Он, сука, тоже оказался роботом. И уплыл. Я офигею. Тут, наверное, захочешь тостер включить, блять. Он тоже роботом окажется, да? Вот они все, сука, с манией для самоубийств. Где они таких понабрали, блядь? Сделали роботами психов, кучу психов, сука, конченых. Ну, кто так делает? На, тут придется вывалиться, походу. Ясное дело, что все зависло от такого сумасшедшего спецэффекта падения. Заперто, понятно. Ой, слушайте, в этой игре вот, ну реально, столько возни всякой, что практически за час игры я вперед продвигаюсь, ну, на миллиметр на какой-то. Какие-то загадки, ну, просто нереальные. Кто-то тут ходит. Это странно, но главный герой дышит, и у него бьется сердце. Это к чему, интересно? Вот когда он начинает бояться, я слышу, как у него бьется сердце, и он такой... Как он дышит-то, блядь? Он, наверное, как этот... Генерал Гривус из «Звездных войн». Такой этот... Шестирукий, или сколько у него там рук было. У него были легкие, короче, еще. Он кашлял постоянно. Кому нужен робот с легкими? Зачем они ему? Да. Ну это вообще, блин, халфа один просто. О, наконец-то эта херовина. Давай, обрабатывай, пора полечиться. О, наконец-то экран хоть блымать перестал. Так, опять какую-то херню надо включить. Здесь должен был стоять, наверное, ковчег, я так понимаю, вот этот чемодан. Вообще-то вот он стоит. Его, сука, не передвинуть. Нью. Что такое Нью все-таки? Где субтитры-то? Ковчег в бездне, о как. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah. Okay. Sure.
We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Понятно, надо теперь понять, как это говно работало. Установить модуль интерфейса, запечатать капсулу ковчега, спросить разрешение у Форкунина, блять. Форкуриана. Проинструктировать Ивашкина, Линдол, Пидерсона и Хила. Доехать на шаттле до Омикрона, забрать энергокостюмы, опуститься на подъемнике в бездну, собраться на Тау, отправиться к месту... Блять, что за чушь? Кэтрин Чун. Я решил закончить проект Ковчег, используя уже сделанные сканы. Хм. Пеленгатор Ковчега. Он где-то на Дельте. Опрос об отношении к Ковчегу. Мы интересуемся мнением персонала. Абсолютно верно. Я считаю, что временной физической дискомфорки ему сильно не было. Волматься на спасение человечества. Абсолютно верно. Я думаю, что Ковчегу следует оставить Землю позади и отправиться в космос. Абсолютно. Я согласен со всем. Неверно, чушь. Я думаю, что даже группа искусственный разум уступает человечеству. Частично верно. Ваши коллеги, одобрение Ковчега, потерпеть ради результата, 44 человека согласны полностью. Да нахуй мне это надо, говно какое-то, ну зачем вот это здесь? Напичкали игру какими-то текстами вообще ненужными. А, подожди. О, сколько там терабайт памяти, нифига себе. Ага. Надо что-то выгрузить. Короче, тут нужен подбор правильных файлов, которые необходимы программе. Когда ей что-то необходимо, она пишет вот там справа красным текстом, то есть, но причем так туманно, типа, нужна информация по воде, вам надо слева найти, выбрать какую-то реку, там что-то включить, короче, такой. Борода еще та, пришлось повозиться, конечно. Но по большому счету задачка решаемая. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. И чё? Мировое время. Чё-то не понимаю, чё за нахрен мировое... Я чё, часы, блядь, включил какие-то классные, что ли? Ха-ха, мировое время. Не, ну он чё-то обрабатывает, походу. Не знаю, может ему какое-то время надо. А может ещё чё-то надо включить. Этот хобот, сука, чё, не дотянется, что ли? Вон, по-моему, там дырка есть, куда его вставить надо. Блять, нет, ни хрена, походу, не от этого. Так, а это что за капсула со значком радиации? Наверное, какой-нибудь рентген, наверное. Ну или шахта пусковая для ракет. Блин, давай. Может, вот как Dead Space, как в Dead Space, сейчас на меня броню наденут какую-нибудь.
Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. Мозг Карфаген тип 2. Единое целое со скафандром. I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen. Who's that? А что за баба? The basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the OcuTorch, has just been forced through the skull. What? У меня тело бабы? Я что, ваша старая коллега? Ну, тело от нее. Прикол. Главного героя сделали бабой. Дай хоть сиськи посмотрим. All those simplistic minds we've run into? Just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. Крепкий разум, крепкое тело. Да. At least we know how to get on the arm. Sort of. I understand the concept. Не каждый день такие новости узнаешь, блин. I really wish we could figure out how. Что ты стал бабой-роботом? Теперь я баба-робот, спасибо, что не шлюха, отдаться мужику я смог бы и под... Ну, это, Ленинград, баба-робот, ну, вряд ли все слушали, но, думаю, многие. Да. Это что такое? Энергокостюмы Хайматсу. Руководство по использованию. Наденьте неопреновый нижний костюм, ремни. Проверьте ЭК на наличие в них повреждений. Закрепляйте части костюма. Нажмите кнопку запечатать. Костюм шмахнуть. Ну, блять, как будто я реально его носить собираюсь. Ну, нахрена это надо? Я смотрю, разработчик придерживается политики чередования. То есть, прошлый уровень был такой бодренький, где надо было бегать. Это что такое? Так, подождите, надо сфоткать, походу. Вот, прошлая часть была бодренькая, где надо было бегать от ожившей какашки, а в этой части, блин, ходишь, что-то тут пытаешься думать, говно пинаешь. В прошлой части меня пинало говно, в этой части я говно пинаю. Условно говоря. Отправиться на микрон в шаттле, надеть экс, спуститься в бездну. Проверить Тао, часть. Есть кто-нибудь живой? Найти тоннель на Фи. Пуститься. Я нихера не понимаю, почему. Вот жалко, не нашу игру делали. Вот понимаю, отправиться на станцию Союз, проверить станцию Мир, там, как она под водой поживает. То есть, все. А тут какие-то деты, Фи, Ми, Ниу какие-то. Чё за Ниу? Как это, блядь, все? Чё, можно забирать? Так, надо на паузу поставить, да? We need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Чего, блять? Ты чё плетёшь, тварь? Loaded dummy, pause the simulation while it's active, then run diagnostics. А как я тут диагностику-то запущу? No, try again. The dummy needs to be loaded when you pause. Что? Пиздец. Try pausing it when the dummy is loaded. А, надо не успеть, надо... Блять. А и сколько времени на это смотреть? Нихуя не понимаю, блять. А, тестовый. Вон он промелькнул, сука. Блять. Просто охренеть, блин. Я глазам не верю, что я сам в этом разбираюсь. Я чуть не уснул, блядь, 5 минут назад, но теперь... Да, миленький ты мой, возьми меня с собой. Так, куда идем-то? Сюда, что ли? О,
Какие двери? А там что? А там все поломано. Понятно. Вывози.